Добрый день, мои дорогие друзья! Я живу не только в соснах, но еще и у моря. Да-да, я живу на берегу Финского залива. А Финский залив – это наша седая Балтика. Приглашаю вас на небольшую прогулку по пирсу. Город Сосновый Бор. И что может быть лучше чашечки горячего кофе в кафе на пирсе? Приглашаю вас посетить наше кафе и выпить чашечку кофе под шум морских волн. Мы стояли на пирсе вблизи от далеких планет. Мы сверяли закат по часам, а мечты по глазам. И рубцы от вчерашних обид заживали на нет, потому что морская волна заменяла бальзам. Этот пирс уходил в океан на года и века. И никто не узнает, насколько длина велика. Мы не знали, кто зодчий и кто это все сотворил. Но чем дальше по пирсу, тем меньше опор и перил. Я очень прошу, не молчи, говори, скажи мне о главном, а лучше спой и стань мне опорой в моем пари, что я заключил с самим собой, с самим собой и с судьбой. Мы держались за карму, сердцами ее обхватив, упиваясь свободой и мелочный страх поборов. И из мутных глубин вырывался какой-то мотив, обреченный растаять в эфире прозрачных миров. Я лелеял надежду, что этот нехитрый напев полетит и коснется крылами созвездия дев. Но не только у моря бывает прилив и отлив, и не только судам суждено натыкаться на риф. И я очень прошу, не молчи, говори, скажи мне о главном, а лучше спой и стань мне опорой в моем пари, что я заключил с самим собой и с судьбой.